Не, не туда. Все понятно, так я и понял. Так, ребят, сейчас подождите, я сразу, чтобы побыстрее залилось, поставлю на заливочку запись вот этого турнира, чтобы побыстрее увидели те, кто в записи смотрит. Так, ну что, ребят, переименовываю стрим, сейчас будет компания. Ну что, перепрохожу с... Перепроходить буду сейчас компаху. Так, ребят, кстати, всех с днем ВДВ, кто причастен, вот, сегодня праздник, погнали, компашечку начинаем, сколько времени-то у нас вообще, уже почти 5 часов, ребят, ну, как раз пока 3 миссии пройду. Ну все, поехали, ребят. Агент X41822M. Приготовьтесь к проверке экипировки. Что? Я... Где я? Оперативные данные засекречены ради вашей безопасности. Побочный эффект – пробелы в памяти. Встаньте и опустите визор для калибровки. Агент, с вашим визором что-то не так? Нет. Калибровка завершена.
Ясно. У вас стресс. Сохраняйте спокойствие. Давайте проверим систему маскировки вашего костюма. Поняла. Активируйте режим маскировки. Проверка завершена. Отключите маскировку. Отключите маскировку. Код 54. Агент сбежал. Срочно вышлите подкрепление. На связи. Я на зашифрованной частоте. Запрашиваю срочную эвакуацию. Не могу ничего вспомнить. Нова? Думаю, нам стерли память и теперь держат на хорошо охраняемой базе. Мы должны сбежать и выйти на связь с Доминионом. Мы же были на задании. Что случилось? Видать, нам чертовски не повезло. Мы все выясним. Доберись до арсенала. Тебе нужно вооружиться. Сбежавший агент все еще здесь. Так, что там лагает? Если не сдастся, ликвидируйте ее. Заварушку. Выполняю. Уже в путь. Что это за звук? Я справлюсь. Во что бы то ни стало. Выдвигай. Вы это слышали? Во что бы то ни стало. Так. Я справлюсь. Уже в пути. Выполняю. Поняла. Поняла. Чую заварушку. Ну, я помню, что выполняю. Достаточно изи все. Уже в пути. Выдвигаюсь. Поняла. Так, заставка подлагивала. Это из-за FPS-ов, по ходу дела. Во что бы то ни стало. Поняла. Уже в пути. Да, ну видите, его баню. Найдите ее немедленно! Выдвигаюсь. Чую заворот. Эй-эй-эй, хорош на меня МПХ кидает. Уже в пути. Поняла. Выполняю. Я справлюсь. Какую-то ачивку не получил, поняла. Наверное, без ХП, чтобы потери пройти. Поняла. Это 60 FPS просто стоит, как бы, и походу проседало все. Поняла. Уже в пути. Медпомощь получена. Так, я добыла винтовку. Хорошо, но этого мало. Тебе нужно попасть в исследовательский блок. Чую заварушку. Выполняю. Я так, справлюсь. Так, как туда попадать? Я что-то забыл. А он выдвигаюсь. По-моему, да? Во что бы то ни стало. Уже в пути. Поняла. Выдвигаюсь. Сбежавший агент здесь. А, все, нормально. Я справлюсь. Во что бы то ни стало. Выполняю. Уже в пути. Поняла. Не вижу цель. Быстро уходим! Выполняю. Чую заварушку. Выдвигаюсь. Начинаю штурм. Так, маленько поняла. Чую заварушку. Впереди хорошо укрепленная позиция. Пока тебе лучше избегать встречи с ними. Уже в пути. Выдвигаюсь. Где-то рядом должны быть импульсные гранаты. Они хороши против скоплений противника. Отлично.
Теперь я смогу пройти дальше по коридору. Справлюсь. Чую заварушку. Уже в пути. Пирса и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добро... Чего в ключе? А, графика портрета 3D. До них будет нелегко. Так, ну мне иначе... Вместе сюда попали, вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Уже в пути. Во что бы то ни стало. Тревога. Запущена процедура самоуничтожения комплекса. Выдвигаюсь. Неприятный сюрприз. Папа нас собирается казнить. Поспеши. Стараюсь изо всех сил. Выдвигаюсь. Чую заварушку. Я справлюсь. Выполняю. Выдвигаюсь. Уже в пути. Чую заварушку. Поняла. Поняла. Выдвигаюсь. Поняла. Помощь получена. Я справлюсь. Сюда. Выполняю. Выдвигаюсь. Это не солдаты Доминиона. Нова, что происходит? Ничего не понимаю. Так, войти там я забыл. Думаю, мы попали в плен. Давай за мной. Поняла. Поняла. И забыл, поняла. Куда идти-то надо тут. Выдвигаюсь. Уже в пути. А, вон туда, походу. Выполняю. Да? Во что бы то ни стало. Чую заварушку. Выдвигаюсь. Я справлюсь. Поняла. Выдвигаюсь. Поняла. Уже в пути. Выполняю. Да ну, короче, что-то я подох тут. Не туда пошел, забыл, куда идти. Сейчас пройду. Так, погодите, ребят, сейчас пауза будет. Я чувствую, кошка там сюрприз оставила. Как бы... Нужно с этим моментом разобраться, а то мне что-то отвлекает от игры немножечко.
Так, все. Угроза ликвидирована. Продолжаем проходить. Отлично. Теперь я смогу пройти дальше по коридору. Выполняю. Я справлюсь. Поняла. Отличная штука. Пирса и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Вместе сюда попали, вместе и выберемся. А потом узнаем, да, ну, что я делаю, здесь давай. Происходит. Выполняю. Тревога. Запущена процедура самоуничтожения комплекса. Да, фигню сделал сейчас. Сейчас, ладно, пройдем. Отлично. Теперь я смогу пройти дальше по коридору. Во что бы то ни стало. Пирса и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Вместе сюда попали, вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Выдвигаюсь. Поняла. Тревога. Запущена процедура самоуничтожения комплекса. Во что бы то ни стало. А, он там, ХП же лежит, тема. Я полгода тяну время. Стараюсь изо всех сил. Выдвигаюсь. Поняла. Уже в пути. Чую заварушку. Выполняю. Поняла. Выдвигаюсь. А что? Я думала, меня убьют. Нужно найти остальных. Без нас они не помогут. Поняла. Следую за тобой. Выполняю. Войска союзников атакуют. Сюда! Чё-то не понимаю, что делаю. А, вот сюда надо бежать. В прошлый раз поудачнее получалось. Так, игры Блая заливаются, скоро будут готовы. Мне говорят, достаточно легкое задание, но проблемы возникают с ним. Ну ладно, сейчас пройдем. Отлично. Теперь я смогу пройти дальше по коридору. Чую заварушку. Поняла. Пирса и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Вместе сюда попали, вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Во что бы то ни стало. Я справлюсь. Время. Тревога. Запущена процедура самоуничтожения комплекса. Поняла. Я справлюсь. Приятный сюрприз. Снова нас собираются казнить. Поспеши. Стараюсь изо всех сил. Как пройти? Вот так вот, да? Отлично. Теперь я смогу пройти дальше по коридору. Поняла. Во что бы то ни стало. Пирса и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Вместе сюда попали, вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Чую заварушку. Тревога. Запущена процедура самоуничтожения комплекса. Неприятный сюрприз. Снова нас собираются казнить. Поспеши. Стараюсь изо всех сил. Чую заварушку. Я думала, меня убьют. Нужно найти остальных. Без нас. Поняла. Следую за тобой. Сюда. Уже в пути. Выполняю.
Я справлюсь. Подлечу. Выдвигаюсь. Выполняю. Поняла. Это не солдат, это миньоны. Нова, что происходит? Ничего не понимаю. На последнем задании что-то пошло не так. Думаю, мы попали в плен. Давай за мной. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Поняла. Поняла. Выполняю. Выдвигаюсь. Чую заварушку. Во что бы то ни стало. Уже в пути. Поняла. Чую заварушку. Это чё про запрогон-то такой? Надо налево сходить, надо запомнить, где лежат эти. Отлично. Теперь опять я смогу отсюда пройти дальше по коридору. Поняла. Чую заварушку. Пирса и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Вместе сюда попали, вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Стало. Чую, заварушку. Помощь получена. Выдвигаюсь. Тревога. Запущена процедура самоуничтожения комплекса. Неприятный сюрприз. Нова, нас собираются казнить. Поспеши. Стараюсь изо всех сил. Выполняю. Поняла. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Че он не пошел со мной, упырь, блин? Выдвигаюсь. Сюда. Выполняю. Выдвигаюсь. Поняла. Это не солдат, это миньоны. Нова, что происходит? Ничего не понимаю. Погнали, Вась. На задании что-то пошло не так. Ты че не пошел со мной? Думаю, мы попали в плен. Давай за мной. Это что, не пошел? Во, погнали. Я думаю, меня убьют. Нужно хорош, найти чтобы остальных. Лезть. Без нас так не попадут. Поняла. Следую за тобой. Поняла. Я справлюсь. Уже в пути. Выдвигаюсь. Войска союзников атакованы. Уже в пути. Во что бы ты ни стало. Чую заварушку. Поняла. Выполняю. Поняла. Чую заварушку. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Выдвигаюсь. Уже в пути. Я справлюсь. Еще не понял, а что я обратно сюда пришел? Поняла. Выполняю. Поняла. Пошли. Войска союзников атакованы. Что-то я не туда иду, походу, не? Проклятье. Выдвигаюсь. Вступаю в бой. Уже в пути. Я справлюсь. А, вон проход. Выдвигаюсь. Я справлюсь. Поняла. Поняла. Чую заварушку. Выполняю. Выдвигаюсь. Нет. Выдвигаюсь. Уже в пути. Поняла. Во что бы то ни стало. Чую заварушку. Я справлюсь. Где остальные? Они мертвы. Пойдем. Ну, ачивку не сделал, чё. А, надо сюда прийти, всё понял. Так, мы в Шарпсбурге. Нужно выйти на связь с местным гарнизоном Доминиона. Лучше покинем планету. Здесь даже у стен есть уши. Неподалеку отсюда есть челноки. Быстрее всего до них добраться на стервятниках. Ладно, тогда вперед. Нужно смотреть в оба. Вокруг полно гражданских.
Предала. Сзади. Эти сволочи все не угомонятся. Мы с ними разберемся. Все. У нас получилось. Нова, ты первая, я следом. Сперва ответь на мои вопросы. Ты хочешь узнать, что случилось, или выбраться отсюда живой? Ладно.
Так. Ну что, продолжаем, чё. Всем кораблям Доминиона. На связи агент X-41822M. Запрашиваю немедленную эвакуацию. Прием. Принято. Не покидайте судно до прибытия эскорта. Сложите оружие и ждите дальнейших указаний. Хотел бы поднимать шум. Итак, это ты. Адмирал Хорнер. Расскажи, что ты помнишь? Я сбежала с неизвестной базы. Не Доминионской. Что это было за место? Как я там оказалась? Но несколько месяцев назад ты и трое других призраков пропали без вести. Значит, я не на задании, а вы не знали, что я здесь? Нет. У нас есть данные о твоей связи с террористической группой «Защитники человечества». Тебя обвиняют в измене Доминиону тиранов. Но я всегда была верна Доминиону. Вы же знаете. Это не важно. Скоро прибудет Валериан. У него много вопросов. Адмирал Хорнер, к нам направляются силы зергов! Всем на свои посты! Нова, я тебе верю. Ты не из тех, кто может нарушить присягу. Но тебе придется доказать свою верность. Если ты правда так хороша, твоя помощь нам пригодится. Капитан, доложите, что происходит на поверхности. Трудно сказать, сэр. Зерги заражают планету. Их главный улей расположен в горах неподалеку. Зерги стали атаковать слишком часто. Доминион никак не может оправиться. Но такого еще не было. Адмирал, защитник человечества, да. Я могу атаковать зергов, пока они будут пробираться по этим ущельям. Чем меньше дойдет до базы, тем дольше мы продержимся. Неплохо. Мы построим для тебя аванпост в горах и выделим отряд головорезов. Они экипированы паучьими минами. Используй войска с умом, и тогда мы выберемся отсюда живыми. Я поняла. Так, здесь, по-моему, шотган лучше будет, на самом деле. А, не бери дробовик. Да, я точно, я помню, я в прошлый раз дробовик брал, он дерьмовый какой-то был. Оглушает наземный выжженный день при укав на 5 секунд обнаружения. Или граната 100 дэмэдж. Гриш, граната 100 дэмэдж. Пока ты не отчалила, взгляни на снаряжение, что мы для тебя припасли. Пока его мало, но ты же всяко найдешь что-нибудь со временем. А, вот еще что. Свой выбор ты всегда можешь... Шлем-визор дерьмовый или костюм. Пробуй. Втянешься в процесс, будешь выглядеть прям как я. Разве не... А как его выбрать-то, я не понимаю. Вот это я выбрал или нет его? Или наоборот, не выбрал? Да, костюм я выбрал по ходу дела, да? Все правильно.
Ну, это если я помню, сейчас зерги будут идти, как там, типа как в дотке, там, по нескольким линиям, я не знаю, или как где-то еще Tower Defense какой-то там, просто будут ломиться. Так, ну, естественно, я буду проходить все вместе с Номой. Зачем я вообще проходить начал? Мы заняли позицию и готовы выдвигаться. Нова, пока не забыл. У Свона кое-что есть для тебя. Я тут работаю над новым костюмом. Его бы испытать, а? Маскировку пришлось убрать. Но зато ты сможешь прыгать, как головорез. Ну, как тут откажешь? Нована, я отправила сигнал тревоги Императорскому флоту. Теперь нам нужно продержаться до его прибытия. Повтори. Призыв готов. Нована. Кара небесная. Ладно. Повтори. Когда надела? Жду подтверждения. Призыв готов. Вы есть? Слышу тебя хорошо. Опа, чемодан привезли. Жду подтверждения. Слышу тебя. Тут ресурсы всякие халявные есть, наверное. Какова еще ситуация? Надо полетать, посмотреть. Приближаются, да, с севера. Вон, смотрите, будь на готове. Ситуация. Я обо всем позабочусь. Слышимость отличная. Выполняю. Повтори. Слышу. Призыв готов. Повтори. Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Слышу тебя хорошо. Интересно, тут наверняка что же можно зергов подбрить. Снова на связи. Ближе к делу. Призыв готов. Положись на меня. Выдвигаюсь. Какова ситуация? Нова на связи. Нова, отступай. Зергов слишком много. Нам нельзя терять людей. Там база-то, кстати, ни о чем вообще. Да. Еще одна группа идет с востока. Что происходит? Какова ситуация? Слышу тебя хорошо. Повтори. Нова на связи. Идет? Повтори. Слышу тебя хорошо. Нова на связи. Поняла. Какова ситуация? Цели нейтрализованы. Готовимся к следующей схватке. Нова, если тебе нужно подлечить войска, у нас на базе есть медики. Подлатать? Повтори. Слышу тебя хорошо. Повтори. Смерть на пороге. Уже в пути. Нова на связи. СМ готов. Ближе к тебе. Повтори. Повтори. Есть, ты попадёшь. Жду. Не вешай. Слышу. СМ готов. Какова ситуация? Смерть на пороге. Так, подлечим войска. Я засекла гиблингов. Перебей их, пока они не достигли наших бункеров. У тебя хорошо. Повтори. Ладно. Непременно. Нет ничего. Нова на связи. Улучшение завершено. Смерть на пороге. Повтори. Какова ситуация? Нова на связи. Улучшение завершено. Поняла. Поняла. Новая атака. Отмечаю координаты противника. Смерть на пороге. Жду подтверждения. Не вешай нож, головорезы. Ёбка. Повтори. Смерть на пороге. Снова на связи. И это все.
решили атаковать один из наших исследовательских центров. Мои ребята до сих пор там. Поможешь им выбраться? Заодно можешь прихватить наши разработки. Я постараюсь. Снова база союзников атакована. Подтверждение. Снова на свет. Снова на свет. Всего. Комплекс зачищен. Вот и славно. Все, что найдешь, твое. Бери, не стесняйся. Смерть на пороге. Когда на дело? Не вопрос. Что происходит? Смерть на пороге. Вот да. Нова на связи. Близ. Слышу тебя. Какова ситуация? Смерть на пороге. Жду. Они бросают против нас разорителей. Остерегайся их едкой желчи. Смерть на пороге. Нет ничего проще. Какова ситуация? Нова на связи. Кем? Блин, говно разорителя. База союзников атакована. Слышимость отлично. Снова на связи. Смерть на пороге. Ну что за она? Атаковать. Улучшение. Будь начеку! К нам движется противник! Снова на связи. Какова ситуация? Чего тебе? Кара небесная! Жду подтверждения. Повтори. Слышу тебя хорошо. Снова на связи. Слышу тебя хорошо. Смерть на пороге. Выполни. Какова ситуация? Снова на связи. Повтори. Снова на связи. С этими разобрались. Самое время подготовиться к следующей атаке. Вижу надзирателей возле ущелья. Думаю, они перевозят подкрепление. Перебей их, если хочешь разместить там свои войска. И присмотри места, где можно построить бункеры. Нам пригодится дополнительная огневая поддержка. Поняла. Бригады. Какова ситуация? Смерть на пороге. Что там за надзиратели, мать их за ногу? Жду подтверждения. Какова ситуация? А вот и говна навезли. Я вожу снова. Кому навешать? Жду подтверждения. Повтори. Какова ситуация? Слышу тебя хорошо. Повтори. Прочь с дороги! Жду под... Какова ситуация? Там бегу, Марс! Есть. Выкладывай. Что происходит? Новость. Какова ситуация? Глава новенького. О, тебе это не понравится. Прибыли осквернители. Они защищают от урона всех зергов вокруг себя. Нет, давай, удиви меня! Какова ситуация? Слышу тебя хорошо. Прочь с дороги! Ложись на меня. Снова так. Жду подтверждения. Какова ситуация? Вооружен и опасен! Слышу тебя. Снова на связи. Повтори. База союзников атакована. Повтори. Враг не сдается. Готовимся к очередному штурму. Я первый, я первый. Вооружен и опасен. Снова на связи. Повтори. Слышу тебя хорошо. Жду подтверждения. Слышу тебя хорошо. Жду подтверждения. Какова ситуация? Снова на свет. Скажи тебя хорошо. Снова на свет. Слышу тебя хорошо. Повтори. Жду под... Снова на связи. Слышу тебя хорошо. Жду подтверждения. Смерть на пороге. Я думал, наши оружейные лаборатории расположены в надежных местах.
но зерги и до них добрались. Не волнуйся, я уже близко. Да я и не волнуюсь, турецкий. Атаковано. Выполняю. Кому навешать? Подходи. Какова ситуация? Ближе к нему. Я обо всем позабуду. Слышу тебя. Когда она дело? Повтори. Давай, удиви меня. База союзников атакована. Снова на связи. Повтори. Так. Теперь тут безопасно. И даже осталось кое-какое снаряжение. Бери все. Всегда знал, что ты девчонка не промах. Девчонка? Серьезно? Жду под... Старый пес, свон. Повтори. Че ты знал-то там? Че ты там знал? Сразу с двух сторон. Враг коварен. Жду подтверждения. Уже. Нова на связи. Не вопрос. Смерть на пороге. Повтори. Жду подтверждения. Какова ситуация? Повтори. Жду подтверждения. Слышу тебя хорошо. Нова на связи. База союз. Войска союзника. Атакована. Нова! Внешняя линия нашей обороны едва держится. Нужна помощь! Это я хрен тут какую-то, по-моему, делаю. Отлично сработали. Противник побежден. Да дерьмо, у вас работали уже, ё-моё. Жду подтверждения. Наплодили тут вообще всего. Снова на связи. Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Выдвигаюсь. Когда смерть на пороге. Ну. Нас ждут выноча. Повтори. Приступим. Жду подтверждения. Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Кому навешать? Жду подтверждения. Какова ситуация? Вступаю в бой. Слышу тебя хорошо. В атаку пошли ультралиски. Тебе лучше поспешить. Жду подтверждения. Какова ситуация? Выкладывай. Жду подтверждения. Выполняю. Бегом! Войска союзников атакованы. Слышу тебя. Войска союзников атакованы. Повтори. Нам приближается что-то большое. Надеюсь, ты готова. Кому навешать? Вооружу. Есть на новенького. Но... Я уже... Слышу тебя хорошо. Еще там большой. Слышу тебя хорошо. И это прочь дороги. Уже в пути. Жду подтверждения. Поняла. Какова ситуация? Давай, удиви меня. Уже в пути. Я обо всем позабочусь. Месторождение минералов выработано. Слышу тебя хорошо. Жду. Снова на связи. Давай, иди. Повтори. Там дэмэш там с удара все ломает. С удара все ломает. На пороге. Какова ситуация? Отдавим их, пиздец. Адмирал, надеюсь, моя преданность больше не вызывает сомнений. Твоя помощь ценна и своевременна. Выполняю. Что? Слышу тебя хорошо. Ближе к делу. Нова. Кому навешать? Приказ. Нова на связи.
Повтори. Положи. Тут подтверждение. Какова ситуация? Нова! Противник собрал все оставшиеся силы для последней атаки. Ты должна задержать их. Какова ситуация? Нова на связи. Месторождение минералов выработано. Положись на меня. Нова на связи. Повтори. Кому наверх? Какова ситуация? Тут подтверждение. База атакована. Войска союзников. Нет, это кажется гаганчик. Еще целых 4 минуты держаться. База союзников. Слышимость отличная. Мы несем тяжелые потери. Нова, постарайся предельно ослабить врагов, прежде чем они до нас доберутся. Адмирал Хорнер, над позициями зергов появляются крейсеры. Но это не флот Императора. Что? Мне это не нравится. Они передают что-то в эфир. Сейчас подключусь. Зерги всегда представляли угрозу. И сегодня войска Императора в очередной раз показали свою беспомощность. Они не смогли защитить население Борей. Но защитники человечества всегда на страже. Мы сделаем все возможное для вашей безопасности. Адмирал, они прислали нам сообщение. Давай послушаем. Эта планета под нашей защитой. Передайте нам призрака и покиньте ее. Или нам придется принять меры. Чёрта с два. Нова, отводи войска на нашу базу. Они не смогут нас остановить, пока бьются с зергами. Придется встретиться с Императором в другом месте. Не надо до конца, короче, держаться. Так, это последняя была в первом же паке, получается, да? То есть сейчас новые уже пойдут. А, еще нет, я что-то забыл уже. А, там же на мотоцикле ехать, это часть одной же получается. Судя по новому появившемуся логотипу, можно понять, что у меня за наушники новые. Мы получили новое сообщение от группировки «Защитники человечества». Они заявляют, что зерги нападут еще. Но император Валериан Менск не принимает меры для защиты населения. Генерал Дэвис поддержал императора, в то время как магистрат Грейсон заявил, что это может привести к смене... Нова, я рад, что вы живы и здоровы. Защитники доставили много проблем. Да, мне тоже. Но вместе мы сможем их остановить, пока они не положили конец Доминиону. И вашему режиму. Я не такой, как мой отец. Я служу высокой цели. Думаю, в этом мы с вами похожи. Этот корабль в вашем полном распоряжении. Как и моя спецгруппа. Я рассчитываю на вашу преданность. Я с вами. Иного ответа я не ждал. Райгель, ваш специалист по технике и оружию. У него есть кое-что для вас. Нова, по нашим данным, твои воспоминания изменены, но их еще можно восстановить. Это устройство перегрузит твой нейронный ингибитор. Сам процесс не из приятных, но это поможет восстановить твою память. Потерплю.
не работает. Я вижу только город, где выросла. Но он разрушен, покрыт слизью. Этого я не должна помнить. Я не была там после атаки зергов. Хм. А может и была. Но что защитники человечества забыли на Тарсонисе? Хороший вопрос. Вам предстоит найти ответ на него. Так. Тарсонис. Так вот, что от него осталось. У нас нет времени на ностальгию. Защитники обосновались под этими руинами. Нужно попасть на их базу, избежав встречи с зергами. Понимаю, почему Валериан переложил это на меня. Для начала я укреплю периметр войсками. Они прикроют наши позиции, пока я буду на базе защитников. А, все, помню. Тебе пригодится особое оборудование. Я как раз адаптировал прыжковые приводы для нашей техники. Да ты шутишь. Это просто невероятно. Это наука. Используй их с умом, и нас ждет победа. Так, улучшение для войск. Нашим войскам доступны последние военные разработки Доминиона. Выбирай. Теперь выбери улучшение. Улучшение всегда можно изменить, если того требуют обстоятельства. Но помни, улучшение уникальны. Две боевые единицы не могут использовать одинаковые улучшения. Чё-то не понял я, чё здесь дается-то? А, всё понял. Это моя гордость. Все, короче, сейчас оснащаю. Я понял, на одного юнита не хватает, получается. Сейчас я быстренько позвоню, ребята, и начну. Мне тут что-то шлют.
Все, ребят, простите меня. Погнали. Я помню, что там надо точки захватывать, юнитов туда сажать. Так, а что я строить не могу, что ли, или что? У подходов к укреплениям обнаружено заражение. Тебе придется расчистить его, чтобы разместить войска. Вперед! Мы не будем в безопасности, пока все солдаты не займут свои позиции. Разговор идет, типа. Слышу тебя хорошо. Положись на меня. Выдвигаюсь. Или я базы вообще не контролю, что ли? Выполняю. Клавиш, у меня ничего не зажато вроде. А вот все. Жду подтверждения. Что такое? Пути! Нова на связи. Режим готов. Слышу тебя хорошо. Что происходит? А вон подлатать. Пойди. Пошевеливайся. Дикие зерги тебя обнаружили. А я-то думала, я эксперт по маскировке. Есть, нападем. Слышу тебя хорошо. Снова на связи. Давай, удиви меня. Жду подтверждения. Рейсент готов. Слышу тебя хорошо. Повтори. Снова на связи. Атаковать. Жду подтверждения. Атаковать. База атакована. Рейсент готов. Кому навешать? Слышу тебя хорошо. Сейчас мне будет снова на... Здесь все заражено. Выглядит еще более мерзко, чем я думала. Уничтожь заражение как можно скорее. Слышу тебя. Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Приказ. Повтори. Что-то какую-то я фигню делаю, честно говоря. Слышу тебя хорошо. Жду подтверждения. Слышу тебя хорошо. А Steam здесь вообще можно сделать? Я что-то не помню вообще. Жду подтверждения. Слышу. Пристройка завершена. Другом враги! Мне ничего нельзя сделать. Снова на связи. Кому навет? Жду. Какова ситуация? Давай, удиви меня. Эйзен готов. Да хорошо. Какова ситуация? Повтори. Жду подтверждения. Пристройка завершена. Я уже. Какова ситуация? Боюсь, тебя ждет новая встреча с зергами. Приготовься к бою. Что ж, мы ведь здесь не на отдыхе, правда? Нова,
Я завершил подготовку ядерной ракеты. Мы проведем запуск по твоей команде. Отлично, Райгель. Она пригодится, когда меня попробуют задавить числом. Бегом! Так, с заражением разобрались. Теперь можно разместить тут войска. Выдвигаюсь. Высылайте подмогу! Нова на связи. Слышу тебя. Вооружен и опасен. На дне. Давай, удиви меня. Повтори. Кто на новенького? Я обо всем позабочусь. Улучшение завершено. Давай, удиви меня! КСМ готов! Как порадуй! Повтори. Сколько можно? Выкладывай. Кому навешать? КСМ готов. Вооружен и опасен. Слышу тебя хорошо. Повтор. А? Есть? Слышу тебя хорошо. Жду подтверждения. Я уже так. Приказы буду! Первое укрепление подготовлено. Оно поможет нам выдержать атаки зергов. Улучшение завершено. Высылайте подмогу! Так, я не понял, у меня стима нету, походу, блин, а что за прикол? А, я Мариком вообще, погодите, стимпака и быть не должно, походу, да, дело? Подтверждение. Нова, я засек возле тебя грузовой корабль защитников человечества, сбитый в ходе атаки зергов. Выжившие есть? Несколько доминионских военнопленных. Им нужно помочь с эвакуацией. Я этим займусь. Нова на связи. Пристройка завершена. Выполняю. Какова ситуация? Нова на связи. Кругом враги! Тут прислон! Брось с дороги! Нова на связи. Кто на новенького? Слышу тебя хорошо. Улучшение? Кому наверх? Жду подтвердить. Нова на связи. Какова ситуация? Активность зергов нарастает сразу в нескольких ульях. Похоже, ты заварила серьезную кашу. Да, я это умею. Надеюсь, тебе не придется ее расхлебывать. Полный вперед! Бегом! Выдвигаюсь. Снова на связи. Давай, удиви меня! Брось с дороги! Десант! Нова на связи. Нова на... Бегом! Отдали мы пенделек! Повтори. Высылайте подмогу! Слышу тебя хорошо. Нова на связи. Какова ситуация? Положись на меня. Поняла. Наши КСМ... А чё они туда не влазят, точнее, не понимаю. База атакована. А, головорез. Высылайте подмогу! Приказы будут! Жду подтверждения. Повтори. Какова сюда? Слышу тебя хорошо. Все по дороге. Есть и нападет. Повтори. Вступай в бой. Снова на связи. Слышу. Повтори. Режим готов. Смерть на пороге. Поняла. Положись. Уже в пути. И это все. Пошло, поехало. Поняла.
одно укрепление укомплектовано. Отлично. Выдвигаюсь. Повтори. Смерть на пороге. Слышу тебя хорошо. Ядерная ракета готова. Повтори. Слышу тебя хорошо. Смерть на пороге. Выдвигаюсь. Слышу тебя хорошо. Прочь с дороги! Полный вперед! Ядерная ракета готова. База. Опять зерги. Они летят к тебе с юго-востока. Снова на связи. Положись на меня. Еще одно укрепление готово к бою. Выдвигай. База атакована. Выполняю. Жду подтверждения. Слышу тебя хорошо. Нова на связи. Рецен готов. Жду под... А! Чего пугали? Танк на марше! Повтори. Нова на связи. Какова ситуация? Кто на новенького? Чего пугаешь? Я уже замкнулся. Кругом враги! Уже. Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Жду. Кому навешать? Может, будет. Скорее. Жду подтверждения. Уходим, уходим.
Ядерная ракета. Да откуда вы полетели? Какова ситуация? Ядерная ракета готова. Слышали как? Укрепление в боевой готовности. Осталось последнее. Она новенького. Смерть на пороге. Повтори. Какова ситуация? Слышу тебя хорошо. Слышу тебя хорошо. Поняла. Выполнил. Какова ситуация? Так, а там что, тут спасти надо, что ли? База атакована. Ложись на меня. Довод, Эзер. Я обо всем позабочусь. Слышимость отличная. Там проходит через эту чертову оборону. Бегом! Приказы будут. Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Нова на связи. Слышу тебя хорошо. Выдвигаюсь. Поняла. Повтори. База атакована. Высылайте подмогу! Ядерная ракета готова. Пристройка завершена. Танк на марше! Давай, удиви меня! Слышу тебя хорошо. Марика, не трогать, черт побери. Повтори. Какова ситуация? Жду подтверждения. Слышимость отличная. Поняла. Снова. Вооружен и опасен. Вступаю в бой. Танк на марше. Слышимость отличная. Снова на связи. Я нашла выживших. Они целы, невредимы и хотят помочь нам в бою. Здесь еще какие-то чертежи защитников. Пришлю их тебе. Как интересно. Вооружённый. Где тут Ра? Все, выжившие уже не выжившие больше. Полный вперед! Так, Вайти, это все или что? Я забыл. Да, все. Периметр готов. Перехожу в режим тайного проникновения. Тайное проникновение. Любопытно, чем они тут занимаются. Стоп, это выглядит знакомо. Да? Тут склад оружия. Вижу какой-то прототип энергетического меча. Может пригодиться. Я должен его изучить. Конечно. А, мечом рубить. Полевые испытания. С
Сканеры обнаружили впереди узел связи. Я найду его. Я обо всем позабочусь. Поняла. Положись на меня. Выполняю. О! Алёш, здесь призрак! Сообщите командиру! Уже в пути. Ближе к делу. Беги! Положись на меня. Понял. Разбиться на патрули! Не терять бдительности! О! Это что сейчас было? Кто это сделал? Уже в пути. Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Поняла. Ближе к тебе. Положись на меня. Выполняю. Поняла. Слышимость отличная. Уже в пути. Я обо всем позабочусь. Кто здесь? Поняла. Положись на меня. Ближе к делу. Враг замаскирован. Отходим! Поняла. Поняла. Вижу ее. Хорош, братва. Я-то думал, что этой темой с первого раза убить ее можно. Ну ладно, все, больше таких ошибок не будет. Без единого убийства. Да мне пофиг, можно без убийства, можно с убийством. Какие-то адовые тучи там летают. Поняла. Поняла. Ближе к делу. Уже в путь. Сканеры обнаружили впереди узел связи. Я найду его. Разбиться на патрули! Не терять бдительности! Бдительности, значит? Ближе к делу. Положись на меня. Оп. Вижу врага. Поняла. Выполняю. Не сработала гранатка, надо первого походу сначала пошатать. Глазам не верю. Поняла. Выдвигаюсь. О! Это что сейчас было? Отличное. Положись на меня. Оп, не успел. Сейчас пройдем. Просто, как бы, если их убивать, это гораздо быстрее будет. То есть тут надо просто засечь, кто как поворачивает стайминг и пройти, ну, нормально. Обнаружили впереди узел связи. Я найду его. Эй, кто это сделал? О, это что сейчас было? Поняла. Поняла. Слышимость отличная. Враг замаскирован. Отходим! Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Уже в пути. Положись на меня. Выполняю. Я обо всем позабочусь. Положись на меня. Выполняю. Поняла. Ближе к делу. Так, хотел я хитро сейчас пройтись, но не получилось. Надо. А, погодите, здесь вообще вон проход. Здесь проход есть, по-моему, не? Или мне кажется?
Уже в пути. Слышимость отличная. Поняла. Выдвигай. Сканеры обнаружили впереди узел связи. Я найду его. Разбиться на патрули! Не терять бдительности! Бдительности, значит? Я обо всем позабочусь. О! А то что сейчас было? Слышимость отличная. Враг замаскирован! Отходим! Поняла. Никогда поняла. Не сдавай. Уже в пути. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Положись на меня. Поняла. А, здесь прохода я нету. Обо всем позабочусь. Поняла. Здесь прохода нету. Ближе к делу. Выполняю. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Положись на меня. Кто здесь? А, вот эта шляпа здесь водит. Что-то я забыл, как, куда хорошо. Там идти-то надо. Уже в пути. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Уже в пути. Ближе к делу. Поняла. Я обо всем позабочусь. Поняла. Беги! Я задержу противника! Положись на меня. Так, все, сейчас прыгну вот сюда, ближе на крайнего. Я обо всем позабочусь. Слышимость отличная. Тупаю бой. Ну, понял. Короче, надо прийти и уйти. Там вот есть на холде маленькое пространство, можно пройти походу. Уже в пути. О! Это что сейчас было? Здесь призрак! Сообщите командиру! Сканеры обнаружили впереди узел связи. Я найду его. Разбиться на патрули! Не терять бдительности! Бдительности, значит? О! Это что сейчас было? Ближе к делу. Враг замаскирован! Отходим! Уже в пути. Выполняю. Уже в пути. Никогда не сдавай. Ложись на меня. Поняла. Поняла. Выдвигаюсь. Ближе к делу. Кто здесь? Я все, я понял. Надо просто этих убить и все как бы... Слышимость отличная. Сразу же меньше проблем поняла. Гораздо будет. Выполняю. Уже. Тупаю боль. Вот и все, собственно говоря. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Поняла. Ближе практически. К делу. Положись на меня. Я обо всем. Эй! Кто это сделал? Вижу я. Идите в баню. Так. Кажется, я кое-что нашла. Слышимость отличная. Райгель, ты был прав. Это узел связи. Давай-ка послушаем. Обнаружено проникновение. Всему персоналу срочно покинуть комплекс. Он будет уничтожен. Мне кажется, это излишние меры. Нет, я понял. Наша цель превыше всего. Я завершу приготовление. Защитники эвакуируют базу. Райгель, у меня мало времени. Выясни, куда он отправился. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Скорее всего, впереди еще один узел связи. Мои сканеры не могут определить это точно. Мне пока и этого хватит. Выполняю.
Беги! Я задержу противника! Ложись на меня. Ближе к делу. Кто? Выполняйте. Спасательные челноки готовы. Всем покинуть комплекс. Выдвигаюсь. Поняла. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Поняла. Излучатель включен. Вперед, вперед! Пси-излучатель? Где они его раздобыли? Нет времени выяснять. Скоро здесь будет полно зергов. А, все, у меня этих зергов. Я дам приказ к отступлению. Ближе. Выдвигаюсь. Слышимость отличная. Положись на меня. Ближе. Поняла. Я обо всем позабыл. Ого! Выполняю. Поняла. Всех челнокам! Живо! Отлично. Гораздо лучше. Поняла. Я обо всем позабочусь. А, ну все, помню. Ближе к делу. Положись на меня. Тревога. Комплексы обнаружены неподконтрольные зерги. Всему персоналу явиться в пункты эвакуации. Количество зергов растет. Этот излучатель оказался очень мощным. Поняла. Положись на меня. Выдвигаюсь. Блять, начинается. Помню я, вот здесь надо аккуратнее, потому что, ну, сюда потом тяжело попадать. Ну, в принципе, здесь не так далеко идти. Всему персоналу явиться в пункты эвакуации. Количество зергов растет. Этот излучатель оказался очень мощным. Выполняю. Вот ты где! Слышимость отличная. Ближе к нам. Она просто исчезла! Поняла. Выполняю. Положись на меня. Слышимость отличная. Да ну не гоните вы. Она просто исчезла. Выполняю. Слышу тебя хорошо. Положись на меня. Уже в путь. Ближе к тебе. Выдвигаюсь. Вот ты где. Блин, как-то он резко эту тему врубает. Я обо всем подарок. Да что? Она... Ближе к тебе. Выдвигаюсь. Уже в путь. Поняла. Я обо всем позабочусь. Слышимость отличная. Здесь владыка. Лучше его обойти. Райгель, ты не шутил. Тут повсюду зерги. Выполняю. Уже в пути. Поняла. Я обо всем позабочусь. Ближе. Враг наступает. Держим оборону. Радица, зачем я убил Нидуста? Я нашел узел связи. Он должен быть неподалеку. Так вот почему тут так много охраны. Уже. Вижу врага. Все-таки попадает он сюда. Слышимость отличная.
уже в пути. Я обо всем позабочусь. Ближе к делу. Слышали, как ты знаешь? Поняла. Поняла. Уже в пути. Выполняю. Поняла. Выдвигаюсь. Положись на меня. Поняла. Да, Низус, конечно, кажется, я зря убил. Слышимость отличная. Ближе. Положись на меня. Уже. Выполняю. Тут печаль какая-то. Да чтоб её. Ну, немножко подсократил немножко популяцию. Короче, ладно, Нидус подождать, второй плюс побольше зергов. Не, можно было подождать, пока отрегенится все вообще ХП. И, ну, туда прыгнуть, как бы их приманить, убить. Ну, что-то много. Короче, не суть, проще с Нидусом пройти. Андрей Митенко поддержал ваш канал на сумму 777 рублей. Помич, привет. Салют из Алматы. Спасибо тебе, Андрей. В Алмату привет. Так. Враг наступает. Держим оборону. Сейчас поддержу, еще добавлю, пока поведенится как раз. Так вот почему тут так много охраны. Че все повисло-то? А что случилось-то? Меня StarCraft повис, братва. Отвиснет, интересно. Давайте еще звук будет. Что за дерьмо вот это произошло?
Что происходит-то? Он опять повыс. Цель движется слишком быстро. Выполняю. Выдвигаюсь. Все, зарки начали шатать, ломать. Слышу, мы отлично. Выдвигаюсь. Ну, что такое-то? Выполняю. Да что это происходит-то? На меня. Уже в пути. Короче, какая чушь происходит. Поняла. Поняла. Положись на меня. Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Выполняю. Слышимость отличная. Ближе к делу. Уже в пути. Выполняю. Уже в пути. Поняла. Поняла. Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Все, заходим. Блин, ну что, а вот что вот это значит вообще? Никогда такого говна не было. Сейчас перейдет StarCraft перезагрузить, по ходу дела. Периметр еле держится. Новое, отзову войска по твоему приказу. Действуй. Я могу и сама отсюда выбраться. Только поймаю этого мерзавца. Это конец или не конец? Я чуть не помню. По-моему, конец, короче. Так, ребят, сейчас StarCraft перезапущу. Ну что, продолжаем. Так, вторая часть задания вышла, ребят, спасибо.
Еще чуть-чуть. Это уже новое пошло, этого я не помню. Излучатель сброшен. Жду приказа отходить. Хотят выставить себя героями, хоть мы и знаем, что это не так. Снижаемся, пора за дело. Так, ну что? Пси-излучатель привлек большую часть зергов сюда. Они вырастили ульи и теперь продвигаются на восток. Защитники человечества заняли позиции на севере, чтобы сдерживать зергов. Большинство выживших гражданских укрылись на стадионе, но без помощи они долго не продержатся. Мы их эвакуируем. Если справимся с зергами до защитников, то нарушим план врага и спасем много жизней. Верно. Да, и вот еще. Теперь у нас есть банши и голиафы. Отлично. Замаскированные банши успеют здорово потрепать зергов, прежде чем те поймут, что происходит. Нужно действовать быстро. Я засек на орбите еще несколько сигналов. Скоро к зергам может прибыть подкрепление. Подготовь банши к высадке вот здесь, а затем нужно будет развернуть базу в этой точке. Будет сделано. Эпилятор. Какой-то. Кочхазе попробуем так. Я разработал улучшение для банши. Можешь полюбоваться. В каком визоре?
Короче, нахрен ножовую надо ставить. Вот так вот. Вот так вот, короче. Погнали. Это курортная планета. Почти все люди здесь туристы. Они не могли ничего противопоставить зеркалу. Боюсь, планете нанесен непоправимый ущерб. Курортная планета. Да. Куда идти там? Ищу ульи зергов. Чтобы остановить рост их популяции, нужно уничтожить инкубаторы. Я постараюсь. Нова, к тебе идут ползучие споровики. Перехвати их, пока они не окопались. Знаю. Слышу тебя хорошо. Нова на свет. Ближе. Может, самое время запустить ядерную ракету? Я подготовил запуск. Отличная идея, Райгель. Ты уничтожила первый инкубатор. Это обнадеживает. Пора взяться за остальные. Чё я тварю, ты мать, что потерялась? Подтверждение. Второй инкубатор уничтожен. Так, давайте-ка я сейчас заново. Начну просто, потому что это фиговое начало. Сейчас просто все сделаем. Я что-то не понял, что сразу делать надо. Так, а почему? Популяции нужно уничтожить инкубаторы. Я постараюсь. Нова, тебе идут полки. Погодите-ка. А почему на Баншо? Я же активировал этот. Пси-излучатель привлек. Да иди ты. Я разработал улучшение для Банши. Можешь полюбоваться. Вот. Здесь у нас что? Так, вот давайте, короче. Да, это второй пак миссий.
Это курортная планета. Почти все люди здесь туристы. Я помню, братан, уже все Какова помню. Какова ситуация? Куда лететь? Слышу тебя. Ищу ульи зерга. Чтобы остановить рост их популяции, нужно уничтожить инкубаторы. Я постараюсь. Нова, тебе идут ползучие споровики. Перехвати их, пока они не окопались. Какова ситуация? Нова на связи. Слышу тебя. Ирина бы уничтожила первый инкубатор. Это обнадеживает. Пора взяться за остальные. Слышу. Снова на свет. В атаку. Начинаю штурм. Может, самое время запустить ядерную ракету? Я подготовил запуск. Отличная идея, Райгель. Жду подтверждения. Да. Слышу тебя хорошо. Прием. Не кричи. Мы... Снова на связи. Нас приятно. Снова на связи. Слышу тебя. Жду подтверждения. Какова ситуация? Второй инкубатор уничтожен. Снова на связи. Жду подтверждения. Справляешься. Жду. Да. Повтори. Слышу тебя. Какова ситуация? Слышу. Не кричи. Повтори. Жду подтверждения. Какова ситуация? Приближаюсь к цели. Начинаю. Жду подтверждения. Жду подтверждения. Повтори. Какова ситуация? Ча-ча-чач, нет, так дело не пойдет. Блин, ну, кстати, вот это не продумано, меч. А как мне сбивать это летающую хрень? Никак не сбить получается. Тут без ядерки, что ли, начинать первую? Повтори. Не кричи. Какова ситуация? Ищу ульи зерков. Чтобы остановить рост их популяции, нужно уничтожить инкубаторы. Я постараюсь. Вижу, ты уничтожила первый инкубатор. Это обнадеживает. Пора взяться за остальные. Нова, тебе идут ползучие споровики. Перехвати их, пока они не окопались. Повтори. Какова ситуация? Замечен враг. В атаку. Второй инкубатор уничтожен. Жду подтверждения. Может, самое время запустить ядерную ракету? Я подготовил запуск. Сейчас, да. Отличная идея, Райгель. Начинаю штурм. Да. Жду подтверждения. Ты отлично справляешься, Нова. Кори. С клинком на голову. Куда лететь? Отлично. Турбина на полную. Слышу тебя хорошо. Это должно их ослабить. Слышу тебя. Какова ситуация? Жду подтверждения. Слышу. Но какова ситуация? Слышу тебя хорошо. Клинком на голову. Приближайся к цели. Нам приятно. Твое мастерство вызывает восхищение. В атаку. Начинаю штурм. Слышу тебя хорошо. Повтори. Прием. Куда лететь? Я внимание. Отлично. Повтори. Ну, так последнюю. Оба. Вражеское подкрепление уже на подходе. Приготовься отступать. Короче, 3 выбил, 5 выбил. Ну, можно все убить, я с ядеркой поспешил. Здесь надо было без ядерки, ядерку вот эту без ядерка, а центральную с ядеркой. Но вокруг достаточно зергов, чтобы тебе не было скучно.
База готова. Производство голиафов налажено. Но есть еще кое-что. С орбиты приходят необычные сигналы. Нова, это не зерги. Что происходит? На планету прибыл флот смерти Талдаримов. Ну ё-моё, еще чё? Джинара, высшая посвященная Талдаримам. Владыка поручил мне истребить защитников человечества. Не вмешивайтесь. Заманчиво. Но любая атака на позиции защитников повлечет жертвы среди гражданских. Эвакуация невозможна. Значит, у нас нет выбора. Придется защищать защитников. Только пока не победим протосов. Они используют проекторы щитов для зарядки материнского корабля. Сейчас корабль на орбите. Начинается. Вероятно, Талдаримы ждут полной зарядки, чтобы выжечь позиции защитников. Значит, нужно уничтожить проекторы как можно быстрее. Я вычислил координаты всех проекторов щитов. Вот они. Я займусь ими, как только смогу. Но сперва укреплю оборону, чтобы обезопаситься от зергов. Нова, ты уничтожила достаточно инкубаторов, чтобы сократить их численность. Эти зерги — носители необычной мутации. Если будет время, будь добра, уничтожь оставшиеся инкубаторы и добудь мне несколько образцов. Легко, если порадуешь меня новой технологией. Повтори. Порублю на не понял, что это я сотворил-то. Я вычислил координаты всех проекторов щитов. Вот они. Я займусь ими, как только смогу. Сейчас мне до сотки можно дать зарядить? Чтобы обезопаситься от зергов. Нова, ты уничтожила достаточно инкубаторов, чтобы сократить их численность. Эти зерги — носители необычной мутации. Если будет время, будь добра, уничтожь оставшиеся инкубаторы и добудь мне несколько образцов. Легко, если порадуешь меня новой технологией. Завершено. Снова на связи. Жду подтверждения. Жду подтверждения. Какова ситуация? Слышу тебя. СМ готов. Ликвидирую цель. Снова на... Выкладывай. Повтори. Жду подтверждения. Порубка. Снова на связи. Пристройка завершена. В атаку! С клинком. Слышу тебя хорошо. Замечен враг. Снова на связи. Кто меня видит, точно не пойму. Датчики показывают, что щиты материнского корабля почти заряжены. Отправь войска к проектору. Какому не понимаю проекту? Какова готов. Порублю на куски. Ликвидирую цель. Нас. Повтори. Материнский корабль полностью заряжен. Скоро Талдаримы начнут штурм позиций защитников. Ясно. Я атакую один из проекторов, чтобы их задержать. Я подумал, что не помешает прослушать каналы связи защитников. Думаю, тебя это заинтересует. Корабль пришельцев чудовищно силен.
Но гражданские рассчитывают на нас. Мы не можем их подвести. Нова, у нас есть оборудование, способное быстро поставить тебя на ноги. Нужно только немного подождать на базе. Клев на связи. Режим готов. Я знаю, что делать. Хочу! Вооружён я! Снова на связи. База атакована. Повтори. Танк на марше! Так, короче. Заново начинаем. А нужно ли вообще через Голиафов играть? Может, через пехоту лучше играть? Это курортная планета. Почти все люди здесь туристы. Они не могли ничего противопоставить зергам. Давайте попробуем все пати убить. Да, жду подтверждения. Ищу ульи зергов. Чтобы остановить рост их популяции, нужно уничтожить инкубаторы. Я постараюсь. Нова, тебе идут ползучие споровики. Перехвати их, пока они не окопались. Вижу, ты уничтожила первый инкубатор. Это обнадеживает. Пора взяться за остальные. Жду подтверждения. Второй инкубатор уничтожен. Подтверждение. Снова на связь. Ядерная ракета готова. Легко. Может, самое время запустить ядерную ракету? Я подготовил запуск. Отличная идея, Райгель. Повтори. На помощь! На помощь! Приближайся к цели. Нас три ряда. Начинаю штурм. Не кричи. Так, короче. Так вот. Жду подтверждения. Какова ситуация? Ищу ульи зергов. Чтобы остановить рост их популяции, нужно уничтожить инкубаторы. Я постараюсь. Нова, тебе идут ползучие споровики. Перехвати их, пока они не окопались. Слышу тебя хорошо. Вступаю в бой. Приближаюсь к цели. Вижу, ты уничтожила первый инкубатор. Это обнадеживает. Пора взяться за остальные. В атаку! Какова ситуация? Второй инкубатор уничтожен. Может, самое время запустить ядерную ракету? Я подготовил запуск. Отличная идея, Райгель. Ты отлично справляешься, Нова. Слышу тебя хорошо. Начинаю штурм. С клинком наголо. Слышу тебя хорошо. Повтори. Какова ситуация? Жду подтверждения. Это должно их ослабить. В атаку! Внимание! Твое мастерство вызывает восхищение. Нова. Вражеское подкрепление уже на подходе. Приготовься отступать. База готова. Производство Голиафов налажено. Но есть еще кое-что. С орбиты приходят необычные сигналы. Так, ну это все я видел уже. Я вычислил координаты всех проекторов щитов. Вот они.
Я займусь ими, как только смогу. Но сперва укреплю оборону, чтобы... Еще и банши все остаются. Ты уничтожила достаточно инкубаторов, чтобы сократить их численность. Эти зерги мутировали любопытным образом. Благодаря тебе у меня есть достаточно образцов для создания новой технологии. Не терпится увидеть твой новый шедевр. Выкладывай. Потише. АСМ готов. Повтори. Начинаю штурм. Что с... Слышу тебя. Что происходит? Нова на связи. АСМ готов. Замечен враг. Порублю на куски. В атаку. Приближаюсь к цели. Ликвидирую цель. АСМ готов. На три атаки. С клинком наголо. Ждут подтверждения. СМ готов. Замечен враг. Приближаюсь к цели. СМ готов. А вот... Нова. А! Чего? Есть? Выклад. Что происходит? Повтори. Датчики показывают, что щиты материнского корабля почти заряжены. Отправь войска к проектору. Жду подтверждения. СМ готов. С клинком наголо. Порублю на куски. Нас три атаки. Материнский корабль полностью заряжен. Скоро Талдаримы начнут штурм позиции защитников. Ясно. Я атакую один из проекторов, чтобы их задержать. Я подумал, что не помешает прослушать каналы связи защитников. Думаю, тебя это заинтересует. Корабль пришельцев чудовищно силен. Но гражданские рассчитывают на нас. Мы не можем их подвести. Да. СМ готов. Уже там. Сигнал получен. Прекрасно. Атакована. Требуется помощь. Повтори. Какова ситуация? Вся внимание. Куда идти? Улучшение завершено. В атаку. Ракета готова. Выкладывай. Какова ситуация? СМ готов. Улучшение завершено. Обороны прорвана! Отступаем на резервные позиции! Нова, они не выстоят под натиском материнского корабля. Атакуем проектор щитов. Замечен враг. Какова ситуация? В атаку! Что? Тираны Доминиона уничтожили один из наших проекторов? Заставьте их страдать. Она отправила войска к нашей базе. Приготовься к защите. В процессе.
Какова? Лев на связи. С этого острова. Что бы это ни было, оно очень мощное. Звучит интригующе. Я разберусь. Повтори. Порублю на куски. Приближаюсь к цели. В атаку. Ликвидируй цель. Лев на связи. Щиты Долдаримского корабля почти заряжены. Нова. Пора выдвигаться к проектору. Кого подлатать? Есть. Приближаюсь к цели. Замечен враг. Клинком. Корабль Толдаримов выдвигается. Скорее уничтожь проектор щитов. Все на передовую! Нужно сдержать их материнский корабль! Да. Лев на связи. Жду под... Слышим? Есть работенка. Подсвечиваю цель. Жду подтверждения. Смерть на пороге. Улучшение завершено. Новое. Повтори. Лев на связи. Начинаю штурм. Порублю. Враг отступает. Благодаря нам мирные жители снова в безопасности. Так, ну что тут? Доминионские приматы никак не успокоятся. Избавьтесь от них. Откуда они про приматов знают, гады? Они двигаются к нашей базе. Чего пугаешь? Никак не успокоятся. Джосу приматы. Начинаю штурм. Порублю. Опа. Но жду. Требуется помощь. Лев на связи. Слышу. Повтори. Стройка завершена. Слышу. Что происходит? База атакована. Связь налажена. Система функционирует. Есть, командир. Кому наверх? Не кричи. Жду. Что страх? Чего пугать? Жду подтверждения. Замечен враг. Лев на связи. Рекомендую направиться к проектору щитов. Материнский корабль почти готов к атаке. Здесь какой-то источник энергии. Вероятно, сигнал исходил от него. Я заберу его на базу. Хорошо. Только бережнее с ним. Да. Флот смерти продолжает атаковать. Нова,
Уничтожь проектор щитов. Интересно, корабль можно развалить? Этому кораблю нас не сломать. Так, скан это я не апгрейдил. Наши КСМ атакованы. Где они летят там, не? Жду подтверждения. Почти заряжен. Повтори. Начинаю штурм. Не поминай, пёс. Сам все знаю. Пошлите материнский корабль и сожгите эту мерзкую тиранку и всех ее приспешников! Материнский корабль направляется к нашей базе. Сожгите. Шанс уничтожить его. Смотри, пукан бы не сгорел у самой. Что происходит? Как пацаны говорят. Сожгите там. Где он там? Слабенько что-то, слабенько. Нова, Долдаримы отступают. Войска защитников перегруппировались и добивают оставшихся зергов. Эвакуация скоро продолжится. Их спасла тысячи жизней. Но вся слава за эту победу достанется им. Скорее всего. Как бы то ни было, я сообщил императору о нашем успехе. Хотя бы он будет знать правду. Нам и этого хватит. Я возвращаюсь на Грифон.
Ну что, следующую поперли. Гляфа мне понравился. Привет. Привет, Озбин. Ну так, общаюсь изредка. Что такое? Нет, 900 рублей стоили все 9 миссий, как бы, если изначально было оплачивать. Сколько сейчас по отдельности, тысячи без понятия. Жертв на Тирадоре 9. Но и это не последняя тревожная новость. Протосы вернулись. Напряжение растет. Пока не ясно, собираются протосы ударить только по зергам или еще по нам. Мы попросили генерала Дэвис прокомментировать происходящее. Генерал? Ужасная трагедия. Я сочувствую пострадавшим. Доминион должен был их защитить. Что касается... гость. Нова, позволь представить Алараха, владыку Талдаримов. Ого, для существ, что живут так недолго, вы, тираны, слишком часто дразните смерть. Чего ты хочешь? Того же, что и ты. Истреби защитников человечества. Они уничтожили один из наших аванпостов и избежали до того, как их настиг флот смерти. Не простите меня дерзость. Я разговариваю их как вредители, которыми они и являются. Но сперва ты их найдешь. Как я понимаю, это твоя специальность. Если бы я помнила, где они прячутся, то уже была бы там. Но память подводит меня. Полезнее, чем я мог ожидать. Полагаю, ты уже пыталась вернуть себе память. Разум тиранов такой податливый. Все, что тебе нужно, это тирозин. Тирозин? Я даже не представляю, где его взять. А я представляю. И я готов поделиться. Взамен ты приведешь меня к защитникам человечества. Договорились? А почему стримить Стрэндж перестал? Слушай, не знаю, надо спросить будет. Райди, что мы знаем о Малом Джарбане? Немного. Умаджанский протекторат основал там исследовательскую станцию, но связь с ней была утеряна. Почему, неизвестно. Звучит пугающе. Ладно, давай выясним, что там случилось. Так, ребят, что ты? Если верить данным Аларака, чаек попер, сейчас приду. Здесь. Его подчиненные уже укрепились неподалеку. И судя по действиям протосов, они хотят помешать нам добраться до Тирозина. Но почему? Возможно, Аларак хочет избавиться от слабых воинов. Для Талдаримов сила превыше всего. Придется пробиваться к экстракторам с боем и охранять их во время добычи. Хитрожопые. Я пришлю тебе на помощь воронов и освободителей. Ох, освободители подъехали. Не знаю, где ты достаешь все эти игрушки, но я благодарна тебе, Райгель. Есть еще что-нибудь, о чем умолчал Аларак? Я засек какие-то формы жизни, но все они под землей. Наверняка рано или поздно вылезут. Мы сильно рискуем, но если ты справишься, у нас будет достаточно тирозина, чтобы восстановить твою память. Сейчас приду, ребят.
Все, я здесь, ребят, давайте проверим. Я улучшил наши освободители. Посмотри, когда будет время. У тебя появился новый костюм. Жестко вообще. Во. Погнали, короче. Brain Confusion, не понял, про что ты говоришь. Так, погодите секундочку, ребят, мне кое-что тут надо найти. Секундочку буквально. Так. Сейчас, ребят, я быстренько интернет оплачу дома, там, не здесь, а дома. Как раз у меня 200 есть на Сбере рублей. Вот. Это у Даши там без интернета. Так, секундочку. Так, где смс-ка? Нова, колдаримы вышли на...
на связь. В последней битве ты могла произвести впечатление на владыку Аларака, но никак не на меня. Я буду твоим соперником в этом испытании. Победа и вознесение достанутся лучше из нас. По-моему, она еще злится из-за корабля. Придется попотеть. Так, секундочку. Ты обнаружил местоположение всех экстракторов? Естественно. Вот координаты. Похоже, у маджанцы используют биомеханические технологии для ускорения процесса добычи. Изучишь их позже. Сейчас мне нужны войска, чтобы защитить экстракторы, пока идет добыча газа. Черт. Райгель, кажется, я нашла пропавший персонал. Они все заражены. Я обо всем. Режим готов. Что происходит? Каковы? Слышу тебя. Снова на связи. Положись на меня. Пристройка завершена. Жду. Режим готов. Поняла. Выполняю. Уже в пути. Выдвигаюсь. Сканеры засекли новых зараженных на подходах к базе. Что тут освободилось? Я проложена. Снова на связи. Положись на меня. Ближе к тебе. Повтори. Внимание! Жду подтверждения. Ядерная ракета. Связи. Слышу. Войска Доминиона! Нам нужна эвакуация! Помогите! Мы
Мы в долгу не останемся. Повтори. Я обо всем подам. Повтори. Жду подтверждения. Режим готов. Приказывай. Только вытащи нас отсюда, когда все закончится. Мы взяли результат. Первый экстрактор начинает работу. Странно, внутри экстрактора какое-то существо. Так. Испытания надолго не дотянутся. Воины, принесите мне победу! Если у них получится, мы потеряем один из источников тирозина. Жду подтверждения. База атакована. Войска Талдаримов достигли экстрактора. Если мы не вмешаемся, еще один источник будет потерян. База атакована. Положись. Выдвигай. Экстрактору нужна дополнительная защита. Экстрактор вот-вот станет грудой металлолом. Надо срочно принять меры. Без этого экстрактора мы больше тирозина не получим. Если потеряем слишком много, испытание будет провалено. Запечатайте источник тирозина. Не дайте тиранам осквернить его. Слышу тебя хорошо. Так, не понял, он что-нибудь-то там добыл вообще? Какова ситуация? Поняла. Лев на связи. Связь снова. Жду приказаний. А? Ожидаю. Есть работенка. Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Выдвигаюсь. Режим готов. Что а, здесь баскуш можно занять. Лев на связи. Требуется помощь. Лев на связи. Лев на связи. Исследователей. У них было еще несколько шахт. Возможно, они оставили в них оборудование. Умаджанские технологии редко сами идут в руки. Я этим займусь. Слышь? Какие будут указания? А? Жду. Так. Режим готов. Что происходит? Так, так.
будь осторожна. Я засек зараженные танки. Уничтожьте еще один экстрактор. Преподайте урок нашим так называемым противникам. Что происходит? Повторите. Слышите, я прошу. Что стряслось? Связь снова. Режим готов. Требуется помощь. Снова на связи. Поняла. Привет, второй экстрактор заработал, но без боя газа мы не получим. Требуется помощь. Все почти. Скоро нужно будет выглядеть в этой грязи. Жду подтверждения. Так, ну здесь сейчас пройдем. Что-то с компанией-то как-то не очень оригинально. Не Вол ли это разве? Мягко говоря, да? Рагель, давай сюда корабль. Пусть заберет тиразин. Которые движутся к тебе. А хороших новостей у тебя нет? Выкладывай. Требуется помощь. Повтори. Лев на связи. Выкладывай. Канал открыт. Лев на связи. Есть работёр. Подозреваю, в этом исследовательском центре можно найти интересные разработки. Обыщи его, если будет время. Договорились. Пока. Снова на связи. Лев на связи. Лев на связи. К бою готово. Эй! Что стряслось? Пока. На связи. Я не уступлю этим слабакам снова. Воины, готовьтесь к бою. Повтори. Поняла. Рейгель, принимай командование, пока я не закончу. Конечно. Чё это такое, не понял. Быстро поставим для нас. Нужно только немного подождать на базе. Солдаты выдвигаются к нашей базе. Прими это во внимание. Все понял. Канал открыт.
Короче, тут еще типа посражаться надо маленько. Система связь налажена. Какие будут калеров на связи? Для чего тебе это? А это сюрприз. Ближе к делу. Уже в пути. Поняла. Я обо всем позабочусь. Слышимость отличная. А что что надо делать, точнее? Ближе к делу. А, все. Положись на меня. Выполняю. Слышу тебя хорошо. Галеров на связи. Связь налажена. Нова на связи. Какие? Требуется помощь. Поняла. Нова. Канал. Одну партию тирозина. Выкладывай. Наши КСМ атакованы. Поняла. Поняла. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Требуется помощь. Связь. Да, сэр. Весь пеновый гейзер иссяк. Так, Лев на связи. Кого подлатать? Тирозина готова к доставке. Ожидаю. Требуется помощь. Идеально. Ядерная ракета готова. Конечно. Ядерная ракета готова. Положить. Экипажу занять боевые посты. Ответный огонь. База атакована. Атакована. Что у него кит, а? Нахрен вы мне коктейли-то ломаете? Канал.
атакованы. Наши КСМ атакованы. Канал открыт. Элиас на связи. Долдаримы, атакуйте экстрактор. Мы должны всеми силами защищать дыхание жизни. Месторождение минералов выработано. Канал открыт. Канал открыт. Я вам живым не дамся, твари! Какова ситуация? Связь налажена. Ближе к делу. Так, а здесь у нас что? Выдвигаюсь. Выполняю. Слышимость отличная. Уже в пути. Я обо всем позабочусь. Поняла. Поняла. Положись на меня. Поняла. А это что за шляпа? О, какой жук вылез. Ближе к тебе. Никогда таких не видела. Вот это да. У него внутри что-то застряло. Давай ситуацию. Я обо всем позабочусь. Что там у тебя внутри застряло, братан? Похоже, ты слабенький какой-то оказался. Прототип нового устройства. Райгель, тебе понравится. Несомненно. Выполняю. Месторождение минералов выработано. Связь налажена. Ядерная ракета готова. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Требуется помощь. Я знаю, что может делать. Этих упырей убить? К ним можно пройти вообще? Можно, смотрите-ка. Месторождение минералов выработано. Повтори. Есть работенка. Снова на связи. Месторождение минералов выработано. Какова сила? Что с ним? Алло. Снова. Слышу тебя. А это у нас что? Это зерги. Кого лучше убить-то? Сначала бродцев, потому что они чаще нападают. Выкладывай. Говноеды. Месторождение минералов выработано. Держись подальше от моего аванпоста, если не хочешь долгой и мучительной смерти. Думаешь? Согласен. Она настроена серьезно, а у нас другая задача. А я вот что-то... Мне что-то так не кажется, что здесь... Тебе оказалось еще что-то лучше, серьезно, чем я думала. Ладно, готовься встретить твою судьбу. Шоколадная мама. Гляпы-то имбовенькие. Просто. Вы база не в курсе, ребят? Месторождение минералов выроб. Голиаф на связи. Требуется помощь. На связи. База атакована. Связь. Но
снова на все. Какова ситуация? Слышимость отличная. Лев на связи. Несите экстрактор! Покажите им нашу истинную мощь! Требуется помощь. Лев, требуется помощь. Наши КСМ атакованы. Лев на связи. Клеов на связь. Требуется помощь. Клеов на связи. Слышу. Оп, и баску заняли как раз, смотрите-ка. Вот как чудно получилось. Итак, ты меня не послушала и напала на Улю. Я все верно понял? Я просто хочу выпустить пар. Молчи, Щелдон. Нова, ты слишком близко к главному Улью зеркалу. Там нет источников тирозина. Требуется помощь. Добрый, есть кровать. Наши КСМ атакуют. Наши КСМ атакованы. Какова ситуация? Есть нападем. Месторождение минералов выработано. Выкладывай. Что происходит? Кого подла? Наши КСМ атакованы. Повтор. Слышу. Жду подтверждения. Слышу тебя. Какова ситуация? Жду подтверждения. Че, никакую ачивку не дали за то, что всех накурил? Еще один экстрактор начал добычу. Скоро у нас будут гости. Система. Какова? Помощь. Нова, будь осторожна. Эти надзиратели несут подкрепление. База наших. Уничтожьте еще один экстрактор. Преподайте урок нашим так называемым противникам. Требуется помощь. Надо ныкать КСМ. Экстрактор в критическом состоянии. Оттисни зараженных, пока не поздно. Требуется помощь. Что-то я тут прогорел, по-моему, не? Требуется помощь. Короче, я понял. Надо туда не идти просто, а эту добывать и все. Где там последнее сохранение?
Возможно, цистерна тирозина готова к доставке. Канал открыт. Ядерная ракета готова. Ядерная ракета готова. Требуется помощь. Слышу тебя хорошо. Экипажу занять боевые посты. Канал. Какова ситуация? Есть, это пойдем. Еще один экстрактор начал добычу. Скоро у нас будут гости. Осторожно. Эти надзиратели несут подкрепление. Долдаримы, атакуйте экстрактор! Мы должны всеми силами защищать дыхание жизни! Повтори. Требуется помощь. Ожидаю. Конечно. Требуется помощь. Анализ Солдрика. Требуется помощь. Требуется помощь. Это уже третий груз керосина. Твое усердие приносит плоды. Месторождение минера. Ядерная ракета готова. Какова ситуация? Какова ситуация? Канал Лев на связи. Запускаю следующий экстрактор. Есть мысли, как ускорить процесс? Боюсь, нет. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов атаковано. Месторождение минералов выработано. Блин, не усниваюсь на эпершоте. Врагов так и тянет к этому источнику. Я должна вмешаться. Требуется помощь. Принимай еще одну цистерну с тирозином. Требуется помощь. Какова ситуация? Ожидаю. Есть работенка. Что стряслось? Кого подлатать? Что тут? Слушай, слышь. Лев на связи. Я обо всем позабочусь. Несите экстрактор! Покажите им нашу истинную мощь! Повтори.
всем позабочусь. Выдвигаюсь. Ближе к делу. Положись на меня. Поняла. Ну, сейчас вылезет эта шляпа. Этот чертов супер-инфестор. Поняла. Никогда таких не видела. Вот это да. У него внутри что-то застряло. Какой-то вообще унылечный, я вам скажу. Слышу тебя хорошо. Поняла. О, прототип нового устройства. Рейгель, тебе понравится. Да, но он изичный. Несомненно. Бабка, что тут? Слушаю. Жду подвиг. Че, летят там они или нет, не пойму. А, слышу. Да. Жду. Канал. К обороне. Рев на связи. Терасина ждет, когда ее подберут. Требуется помощь. Пока. Какова ситуация? Мы тут освободим. База атакована. Я вам живым не дамся, твари! Ну, тут принесли. Жду подтверждения. Повтай. Ожидаю. Какова ситуация? Давайте посмотрим. База атакована. Проходим наконец-таки. Последний экстрактор заработал. Мы почти закончили. Требуется помощь. Она открыта.
Защитником человечества, если не разрушит твой защитительный разум. Звучит воодушевляюще. Как мне тебе сообщить, когда я их найду? Когда придет время, я сам узнаю. Все, ну очень серьезно. Я изучил ваши данные Старсониса и Тирадора 9. Они убедительны, но я не могу выступить против защитников, пока мы не знаем, кто их лидер. Верно. Но у нас есть кое-что еще. Тиразин, вы же знаете, что он делает с людьми. Галлюцинации, безумие. И все же он крайне эффективен для восстановления памяти. Он прав. У нас нет другого выбора. Делайте, что нужно. Протесты нарастают. Вам нужно немедленно эвакуироваться. Да. Я не допущу насилия у стен дворца. Нова, возвращайтесь скорее. И будьте осторожны. Ему бы это тоже не помешало. Он так не думает. Насчет Тиразин. Я могу сделать процедуру менее опасной, вводя его микродозами. Восстановление памяти займет больше времени, но риск повредить твою психику значительно уменьшится. Значит, крыша не поедет? Убедил. Давай приступать. Старайся запомнить все, что увидишь. Обследование завершено. Хорошо, Нова. Теперь ты готов. Спасибо. Защитники многое сделали для Доминиона. Я рада, что меня назначили к вам. Адмирал верно сказал, что мы будем работать только с лучшими из лучших. Данные о задании в твоем визоре. Кстати, о визоре. В последнее время он как-то странно... Не волнуйся. Когда ты вернешься, мы обновим прошивку. Удачи. Я вспомнила, куда меня отправили в последний раз. Теперь я знаю, с чего начать. Антиго Прайм одной из первых пала жертвой зергов. Это было во всех новостях. Но о защитниках человечества никто не упоминал. Выясним, что здесь произошло на самом деле. В файлах защитников были вот эти координаты. Остальное не помню. Придется осмотреть каждую точку, собрать данные и попытаться восстановить общую картину. Хорошо.
Здесь мы развернем базу, но сперва нужно очистить местность от заражения. Это я могу. За работу. Так, иллюзии, смотрю, тут какие-то. Потом пригодятся, пока, наверное, стимы лучше оставить. Вот гляфом бы еще стимпак, и можно ничего другого вообще не строить. Ладно, погнали. Да хз, стоит компанию брать, но я бы взял бы в любом случае, я StarCraft люблю. Для базы. Но, к сожалению, в ней еще хозяйничают заразители. Им осталось недолго. Чудесно. Взрыв уничтожил единственную яму заразителей вокруг. Зерги больше не смогут их порождать. Нужно ограничить производство мощных войск противника. Отыщи все важные строения зергов. Хорошо. Я дам знать, когда ты приблизишься к одному из них. Слышу тебя хорошо. Уже в пути. Ну что же, пора проверить наши координаты. Ложись на меня. Выдвигаюсь. Поняла. Эсэп готов. Повтори. Выполняю. Ближе к делу. Я обо всем позабочусь. Слышим и... Эсэп готов. Пока здесь остаются зерги, отправляться на поиски информации опасно. Уже в пути. Поняла. Выдвигаюсь. Положись на меня. Какова ситуация? Кого подлатать? Да, а? Еду. Что происходит? Слышу тебя. Режим готов. Уже в пути. Райгель, я нашла первую точку. Воспоминания размыты. Я должна принять еще одну дозу тирозина. Так, маза, давай. Да нет, все нормально. Согласно нашим данным, эта планета – вероятная цель нападения зерга. Мы не хотим поднимать тревогу. Наше новое защитное оборудование нейтрализует всех зергов в случае вторжения. Разместите его, не привлекая внимания. Так мы сможем защитить гражданских, когда придет время. Принято. Первое устройство готово к активации, Максвелл.
Хорошо. Теперь нужно настроить его для борьбы с определенным видом зергов. Ну что да. же, мы готовы двигаться дальше. Не понял. А. Какая-то хренотень. Положись на меня. Я должна была помочь защитить планету от зеркала. Как видишь, план не сработал. Как бы то ни было, ты подходишь к последним гнездам гиблингов в округе. Да? Хорошо. Сейчас я их уничтожу, и тогда мы избавимся от этих тварей. Чальник, хорош. Зерги создали инкубатор рядом с нашей базой. Я уничтожу его. Дополнительное место нам пригодится. Как ни странно, метро в этом районе еще действует. Но входы на станции перекрыты слизью. Если ты их расчистишь, можно будет быстрее передвигаться по городу. Я вижу на сканерах войска зергов. Они приближаются с востока. Я подготовлю им теплую встречу. Атакованы. Снова на связи. Экипажу занять боевые посты. Короче. Заново надо начинать. Надо быстрее туда и сюда пройти, как бы, и поставить эту, ну, штуки эти взять, в общем. Жду подтверждения. Отдарим их интеллектом. Вооружен. Ну что же, пора проверить наши координаты. Окей. Приказываем. Вооружен. Жду подтверждения. Жду подтверждения. Какова ситуация? Высылайте подмогу. Нова на связи. Ближе. Жду подтверждения. Рейзен готов. Кому навешать? Райгель, я нашла первую точку. Так, ну пусть будет там против Люра, я не знаю. Ну что? Я должна была помочь защитить планету от зергов. Как видишь, план не сработал. Как бы то ни было, ты подходишь к последним пещерам скрытней в округе. Да? Хорошо. Сейчас я их уничтожу, и тогда мы избавимся от этих тварей. Тут подтверждение. Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Светлана Новикова! Поняла. Но повтори. Я уже заждался. Есть работа. Что стряслось, а? А вот СМС готов. Поняла. Кому наверх? Снова на связи. Принимаю следующую дозу тирозина. Райгель, присмотри пока за всем. Сейчас посмотрим. Непременно. Надеюсь, в этот раз тебе откроется что-то более важное. Разве Генштаб не заявлял, что дикие зерги нам не угрожают? Неужели что-то изменилось? Должно быть кардинально. На разработку таких устройств нужно много времени и средств. Если они и правда так эффективны, как говорит Максвелл, нам будет гораздо проще. Но почему мы о них не знали? Может, нам забыли сказать, а может, нам врут.
любом случае, мне это не нравится. Против Нидуса. Нужно продолжать поиски. Я все еще что-то упускаю. Я обо всем позабочусь. Режим готов. Стоп. Я ведь до сих пор не знаю, что с ним. Надеюсь, он выбрался из Шарпсбурга. Ты единственный пропавший призрак, вернувшийся на службу Доминиона. Это еще не значит, что он мертв. Какова ситуация? Слышу тебя хорошо. Повтор. Знаю, ты сейчас занята. Я обнаружил среди руин следы высокой энергетической плазмы. Как скажешь. Какова ситуация? Я вижу на сканерах войска зергов. Они приближаются с востока. Я подготовлю им теплую встречу. Я уже жду. Как ни странно, метро в этом районе еще действует. Но входы на станции перекрыты слизью. Если ты их расчистишь, можно будет быстрее передвигаться по городу. Какова ситуация? Я обо всем позабочусь. Что происходит? Жду под... Резерв готов. Слышимость отличная. Положись на меня. Ближе к делу. Жду приказа. Клана Новикова! Резерв готов. Снова на связи. Выдвигаюсь. Какова ситуация? Режим готов. Я обо всем. Зерги создали инкубатор рядом с нашей базой. Я уничтожу его. Дополнительное место нам пригодится. Режим готов. Они наступают с севера. Призыв готов. Призыв готов. Как скажешь. Я уже... Какова ситуация? База атакована. Повтори. Уже в пути. Лев на связи. Отлично. Поняла. Снова на связи. А, командир. Какова ситуация? Снова на связи. По приказанию. Слышу тебя. Выкл... Резерв готов.
Так, ну что, продакшн попёр. ЭСМ готов. Есть работёнка. ЭСМ готов. Какова ситуация? Слышу. Но... Зерги приближаются с обеих сторон нашей базы. ЭСМ готов. Жду подтверждений. Улучшение завершено. ЭСМ готов. База атакована. Опа. База атакована. Вот уж сюда они пойдут. Я чуть не подумал даже об этом. Давай ситуация. Вот уродцы. Лев на связь. Снова на связи. Поняла. Блин, какие-то они лютые, эти зерги. Ядерная ракета готова. Так, короче, ребят, время много. Вот, я, пожалуй, завтра допройду вот эту миссию последнюю. Вот, чтоб завтра было что-нибудь немножечко интересного. Потому что мне надо двигаться уже. Так что на сегодня будем помечку закругляться. А завтра давайте посмотрим, что будет. Я смотрю, долго тут что-то проходить. Я рассчитывал уже 8 освободиться. Вот. Хорошего, как говорится, понемногу. Ну а завтра будет группа, где будет играть Таймс, Нуджи, Иши и Марин Лорд, ребятки. Вот. Всем спасибо за внимание. Это все дело выложу. Увидимся. Короче, ребят, завтра все будет.